Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы покажем, как можно установить программу Otis для группы компании VAC, чтобы он работал OpenPortом 2.0. Проверяем, показываем, что это на Windows 10 устанавливается все. Открываем нашу папку с Otis версии 5.2.6. Запускаем от имени администрации DHCTypeService. Ждем, пока распакуется наш помощник установки. OpenPort — довольно оригинальный шнурочек, можно к нему много чего привязать. Выбираем язык, который вы хотите. В данном случае мы будем выбирать русский язык. С помощью OpenPort можно будет диагностировать автомобиль типа Audi, Volkswagen, Skoda, всю группу VAC. Выбираем обычный ПК и ноутбук. Обязательно следуем за, четко за действием. Также выбираем по стру. Нажимаем далее. Входим в обзор. В нашу папку. Выбираем право лицензии. Нажимаем далее. Производим извлечение файла и установку. Ждем, пока произойдет извлечение. Напоминаю, что мы открыли группу ВКонтакте. Заходите по ссылке внизу под видео. Также у нас есть Инстаграм. Подписывайтесь. Мы там выкладываем все, что не входит. Не будет никогда выходить на канале YouTube. Также можно там задавать вопросы. Ждем, пока завершится установка извлечения файлов. Пишите комментарии, ставьте лайки, не ленитесь писать комментарии. Тем самым вы помогаете продвигать наше видео. Закончил мастер установки устанавливать нашу программу. Открываем нашу папку с Otis'ом и заменяем ярлык. Входим в расположение файлов в нашу программу и закидываем туда путем замены ярлыка. Дальше запускаем PDO API Setup обязательно. Дополнительные драйвера API DLL. Без них не будет работать. Нажимаем далее. Запускаем от администратора нашу программу. Здесь внизу мы видим наши ссылки на группу ВКонтакте, в Телеграме. Начинаем установку непосредственно самой программы Otis. Также выбираем русский язык и запускаем установки. Видим, что показывает обновление версии. Идет распаковка и загрузка файлов. Ждем завершения. Пишите, ребята, комментарии. По установке можно будет обратиться к нам. Мы проверили работу на Шкоде, на Audi я подключался. Программа работает довольно неплохо. Тем самым OpenPort позволяет еще и группу VAC использовать в диагностике. Очень универсальный шнурочек. Ждем завершения процесса. Установка не быстрая, по времени минут 40, час. Не торопимся, спокойно, внимательно делаем установку. Также в ближайшем будущем мы покажем, можно как установить Monaco, чтобы работало через OpenPort, и как прикрутить всем тем, у кого есть Abritus VDI, на Windows 10 установку. В ближайшее время будет также
мною показано. Ждите новых видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, проявляйте активность. Также можно задавать вопросы. Большая просьба перед тем, как в Telegram мне написать. Там я везде подписываюсь, что оставляйте лайки и комментарии. Без этого я не буду, ребята, отвечать. Цените мое время и свое. Трачу кучу времени, поэтому не поленитесь и напишите комментарий. Пару слов ни от кого не убудет. Ссылочки наши под видео на группы ВКонтакте, Телеграм-канал. Ждем завершения установки. Возможно, в ближайшем будущем я устрою стрим на канале, где буду отвечать на ваши вопросы. Есть много вопросов по VDA, по файлам, CBF. Постараюсь на них на всех ответить. Пока, ребят, нету времени совершенно, потому что YouTube занимает очень много времени. Все эти видео, озвучка, проработка на самом деле занимает очень много времени. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть, какие вопросы вас интересуют. Еще большая просьба всем тем, кто что-то понимает или что-то хочет сказать, там, увидел какую-то ошибку. Пишите, как решить эту ошибку, например, или что-то. Делайте это для людей, а не просто там с усмешками там пишите свои комментарии, которые ни о чем совершенно. Если вы хотите принести пользу, то значит надо написать об этом и сказать, что вот. Предлагает перезагрузиться нам, мы можем это сделать позже. Так, запускаем нашу программу. Дополнить что-то хотите, пожалуйста, пишите это в комментариях. На самом деле удобная программа, большим функционалом. Сейчас я говорю о программе. Мы ждем полного запуска. Программа большая. Все-таки придется перезагрузить нам компьютер. Обязательно запускаем программу от имени администратора. В свойствах ярлыка ставим запуск программы от администратора. Не забываем применять. Это важно. Ссылки на наши источники информации, где вы можете с нами поделиться своими проблемами и информацией. Установка производилась на удаленном компьютере, поэтому есть небольшие тормоза. Иногда приходится по два раза что-то запускать. Это из-за интернета. Ждем запуска программы. Она как эксцентри запускается не быстро. Вот пошел запуск нашей программы. Odys. И увидели системное окно. Внизу показывается, что зайдет запуск приложения, выполняется, нужно дождаться. Снимаем галочку, чтобы нам это окошко постоянно не выскакивало. Сейчас прогрузится программа. Видео немножко длинное получилось, но ничего. Прокручиваем вниз, нажимаем ОК. Предупреждения всякие. Потом как-нибудь выложу, что к машине подключено и что-то продиагностировано у меня. Вот программная оболочка запустилась у нас. Сейчас мы подключим OpenPort, так как на столе делаем. Запускаем диагностический интерфейс и меняем тут. Выбираем G2534 интерфейс Pass-Through. Все, мы видели, что у нас OpenPort. Обязательно перед настройкой подключите сначала OpenPort. Потом уже меняйте диагностический интерфейс на Open Pass-Through. Далее можно в верхнем правом углу изменить интерфейс. В администрирование заходим. То есть выбираем, что вам больше нравится. Ну, мне больше нравится Bentley.
схема оформления. Вот наш шоппинг-порт. Здесь демонстрация производим. Показываем, что это все работает. На самом деле на машине подключались, это тоже все работает. Запускаем диагностику. Видим, что у нас происходит connect. То есть программа обращается к OpenPort-у. Можно подключать к машине, к группе VAC и заниматься диагностикой. Так как у нас сейчас не подключено к машине, он, естественно, VIN не находит. Но поверьте, все это работает. Опробовано. Устанавливаем, пробуем. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Всего доброго, до новых встреч!